И всем привет, ребят, с Мистеройка, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонату 2.0. Сегодня у нас начались новогодние ивенты в нашей игре, а это значит, что сегодня мы будем прокачивать нашего бездоната 2.0. Конечно, немножко мне грустно, что я не успел добить звонку до подполковника, чтобы прокачать и корпус, и пушку. Поэтому сегодня будет прокачка только лишь одного элемента. Какого элемента, я говорить пока что не буду, но по названию видоса, наверное, вы уже и так поняли, потому что там спойлер 100% я оставил. Ну и скатаем на новом обновленном моем бездонате, потому что уже на нем появился гладиатор, и теперь это уже, ну, такой интересненький аккаунтик с призовой краской. Если вы ждали видос, посвященный бездонату 2.0, обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите мой личный так тмп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо наших изменений, да, и прокачек. Прокачаемся, я думаю, что мы сразу. Сегодня у нас появились новогодние миссии, которые я еще не выполнял. Также у нас появились ключи на все это дело. Да, и можно будет сейчас попробовать что-нибудь-то забрать. Например, с обучалочки. С обучалочки. А, с обучалочки я премку. Не, премочку забирать мы не будем с обучалки. Так, поэтому отправляемся сначала прокачивать. Ну, а дальше идем в бой. Крусейдер делаем сразу же. МК 5 и прокачиваем его до МК 6. Кристаллов это на сегодняшний момент времени много не тратит, поэтому у нас просто появляется возможность и наноски урона большего с овердрайвом и хп, да. Теперь следующая уже прокачка будет только лишь на бригадире. Жалко, в очередной раз повторюсь, что рису не могу я прокачать на следующую модификацию, хотя хотелось бы, да, чтобы у меня полноценная комбинация Крусейдера и рельсы была уже МК-5 фуловая, то есть как будто бы МК-6. Ну и попробуем реализовать. Больше ничего я приобрести, наверное, не хочу, да, да, больше ничего такого и нету, в чем бы я бы очень сильно нуждался. Кристаллы хоть у меня и есть, но, к сожалению, ничего у меня нету. Просто у меня нету. Вот если бы у меня был бы, например, бы кризис или броник, я бы 100% бы его бы качал. Но так как у меня нету, то... А, зачем мы пикаем спецрежим, если мы хотим реализовать наш крусейдер при прокачке? А, даже лучше, наверное, я пикну ТДМ-очку. В ТДМ-очке у нас самые сочные званки. И постараемся поднять званочку. У меня до званки 4400 опыта. Мог бы я бы, конечно, активировать премку и постараться за эти выходные втушить, но, к глубочайшему сожалению, завтра у меня уже времени не будет, я уезжаю, сегодня только вечером выполняю заданки, поиграю с повышенными фондами и опытом, и все. Да, так бы за 3 дня, я думаю, что можно было бы активировать премку и на заданках чисто поднять дополнительное звание, но... К сожалению, не получается у меня в этот раз, поэтому мы остаемся лишь только с прокачкой Крусейдера на этом ивенте. И следующие такие скидки хорошие будут уже в новом году, ну, наверное, где-то в феврале. В январе вроде как нету у нас 50% скидок. Так, запикиваемся на борду в режиме ТДМ. Теперь у меня уже больше ХП. Конечно, если бы еще брельса была бы с большим уроном, это было бы вообще бомба на таких звонках. Если бы я бы не по 3300 урона бы наносил, а уже бы где-то около 4. Но, в принципе, мне и 3000 урона хватает, дабы уносить противника, дабы ваншотнуть средние танки, а иногда даже ваншотать тяжелые танки. Поэтому пробуем. И самое главное, мне интересно посмотреть, что у нас будет под овердрайвом. Да, то есть сколько урона будет сейчас наносить уже овердрайв МК-6 Крусейдера. Вроде как МК-7 максималка, да, то есть даже прокачки до МК-8 не надо, чтобы наносило Крусейдер 4000 урона с своей сосули, поэтому будет интересно сейчас посмотреть, сколько будет наносить МК-6. Но, возможно, я ошибаюсь. Не знаю. В любом случае, в комментариях можете
опровергнуть, либо подтвердить эту информацию, да, МК-7 сосуля наносит уже максималку урона, либо только МК-8 наносит максималку. Ну и 80% овердрайва у меня уже есть, 6 к 0, начинаем мы с киберспортивной красочкой, как будто бы скилла на этом аккаунте стало побольше, да, как будто результаты начали получаться тоже лучше. Я, конечно, ни на что не намекаю, но, видите, киберспортивные краски в лучшую сторону тоже в этом плане влияют, влияют. Так, ну и по ХП особо сильно, если честно, разницы я не чувствую. К слову, я прокачал, и у меня как будто даже ГС-ка не поменялась, либо стала на 300 или 400 больше. Это как-то я даже не помню, сколько у меня было до этого ГС. Я помню то, что цвет был точно такой по ГС-ке. Да, значит, особо сильно от прокачки одной модификации у нас ничего не поменялось. Блин, я думал, опа, 3300 было 3050 вроде как. То есть на 250 урона стало больше практически с сосули. Неплохо, неплохо, пойдет, пойдет, пойдет. То есть это условно тяжелые танки, которые в максимальной прокачке по своему званию уже будут ваншотные для меня, да. Ну и самое главное, сколько будет теперь еще сплэш от сосули наносить, да. Его я не успел проверить, надо будет посмотреть, сколько сейчас будет сплэш от сосули давать. По идее, тоже уже должно быть где-то 850 урона, потому что предыдущий сплэш у нас наносил 700, если я не ошибаюсь, вроде 700, да, поэтому вот видите, такие малозначимые прокачки, но они все время увеличивают характеристики вашего корпуса, да, поэтому очень важно не распыляться на большое количество, во-первых, вооружений на таких аккаунтах, ну и вообще на прокачках, да, когда вы прокачиваетесь с нуля, ну и при прокачке у вас уже открываются много больше возможностей. Да, сейчас уже я, честно говоря, на таком звании себя чувствую максимально комфортно. Максимально комфортно. Так, где-то у нас будет падать золотой ящик. Ух ты, нифига себе, такая снежинка у нас. Я, если честно, первый раз вижу эту метку. Метка мне еще не попадалась. Так, ну и будем пробовать забирать голд. Будем пробовать забирать. Надеюсь, что как-нибудь я залагаю. Ага, залагал. Проверяйте, залагал. Только не я залагал, а чел на меня залагал. Вот так вот. Вот так вот, ребяточки, мы играем. Так, ну, что касаемо боя, ведем в плюс 30. Очень хорошо. Отыграем сейчас от дроповых припасов. И постараемся слить... Ага, не постараемся слить викингарису. Хотел я ее здесь унести. Так, у меня сейчас будет овердрайв. Нужно попробовать OD-шку прожать и посмотреть. 800. На 100 урона, короче, стало больше. Значит, МК-8 рельса Крусейдер все-таки дает дополнительный урон, как я понимаю. МК-7 не максималка с точки зрения урона овердрайва Крусейдера. Ну, в принципе, и этот урон является уже достаточно неплохим. Зачем я подставился под эту бомбочку, не знаю. 15 на 3 у меня счет, 5 минут до конца, но здесь точно у нас будет досрочка в рамках этого боя. Ну и моя прокачка и обмывка будет считаться успешной. Да, будет считаться вполне себе успешной. Повторюсь насчет того, что уже на сегодняшний момент времени на этом аккаунте я себя чувствую максимально комфортно, да, относительно своего вооружения. Потому что я знаю, что бывает очень часто, когда ты вот прокачиваешься, и вот на этих званках, когда ты достигаешь именно майора, вот эти вот полковники, бригадиры, становится супер-супер сложно. Я честно скажу, не чувствую вообще никакой сложности. Возможно, из-за того, что у меня именно такая супер удобная и сильная комбинация на сегодняшний день, да. Ну и плюс есть устройство, которое с крита уносит средний, а иногда даже и тяжелый танк, да. Поэтому за счет вот таких вот дополнительных бустов я понимаю, что мой аккаунт вообще в полном порядке. В полном порядке. К сожалению, только вот званку не поднимем в рамках этого боя. Поднимем ее, наверное, уже
на стриме, когда буду выполнять ежедневки все полностью. Опыт хоть и идет получше, но такого большого количества очков я за этот бой уже точно не наберу. Так, 96% овердрайва. Можно попробовать куда-то еще аудишку всандалить. Куда-то еще этот аудис. Ой, хорошая залетела всандалить. Какого-нибудь бы целого, если честно, бы хотелось бы всандалить этот аудик. Давайте, например, в эту рельсу. Она фуловая, 100%. Хоть и без аптечки, но фуловая. Так, и пробуем добить уже наши килочки. Осталось всего лишь 12 килов. Поэтому пробуем делать добивалову. Критов бывает, с этого устройства вылетает прям супер много. Бывает, не везет. Бывает, не так много критов. Но в общем и целом все хорошо. Так, кристаллы оставляем накопление на броник кризис. Да, в надежде, что они мне упадут в ближайшем будущем. И тогда будем уже давать вкуснейшую фармилочку с бездонатом, с очень и очень жесткими вооружениями, да. Так, 3 кило у нас остается, сводка по мне залетает. Хотелось бы, конечно, выбить еще какие-нибудь устройства новые, чтобы была мотивация прокачивать и другие вооружения. Все-таки кристаллы все равно остаются. Вот если бы я сейчас бы открыл бы парочку контейнеров, и мне бы упало бы что-нибудь вкусное, я был бы, наверное, мега сильно рад. Так, открываем заданочки, забираем 3 звезды отсюда, забираем 3 звезды контейнер отсюда. Так, и с Нового года забираем еще один ключик. Все время я захожу сюда в обучение, случайно бы не забрать. Так, ну и давайте откроем 3 новых контейнера. Посмотрим, что тут с этих новых контейнеров вообще падает. Падает ли что-то хорошее? Кристаллы. Кристаллы и нитро. Понял. Надеялся я на что-то вкусное и интересное. По итогу выбиваю все то же самое дефолтное, что у нас и могло здесь быть. Так, а у меня показывает... А, все. Так, что у меня здесь? Ой, ептить, у меня еще там столько предметов. И в синем, и в фиолетовом. А в фиолетовом у нас здесь еще ключик и должен быть. Должен быть плюс ключ от ультраконта. Где он только показывается? А, он в самом конце. В золотом у нас ключик от... А, нет, в золотом у нас там коины есть. Да, то есть есть тоже возможность фарма. Но для этого нужны большее, конечно, количество. Как-то так, друзья. Пишите, что вы прокачали на этих новогодних скидках. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и проявляйте максимальную активность и делитесь новостями по прокачкам в комментариях. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.